Доброе утро. Ну вот мы и собрались, выехали на природу. Как раз по времени сработал будильник. 8 часов. Вот наша запланированная поездка на сплав на лодках. Поедем по Гауе. Находимся мы сейчас в Лиготне. Народу тут пока много. Ну что, мы стартуем? Но... Вот мы стартуем, потихоньку выходим, сейчас вот пойдем, наша отправка, помахай подписчикам. Ну что, в бой? Ну вот мы уже находимся на сплаве, идем по Гауе, нас тут много. И вот наша первая достопримечательность, утес Юмправа. Вон там вот видно, не знаю, не будет на камере, но там достаточно много гнезд для ласточек, они там гнездятся. Вон они, дырки, папа. Вот у нас вот такие вот острова существуют. И мы гребем уже минут 30. Течение. Там даже пещера внутри. Так что, вон и кто-то прыгает, да, да, да. Но наша задача двигаться, двигаться, двигаться. Ну вот, мы подъезжаем к утесу Катринес. Вы можете его наблюдать с воды. Вот так, красота. Красиво. Вот такие у нас пейзажи на протяжении сегодняшнего всего дня должны быть. Красиво, прекрасно. Сегодня, правда, солнечно, но... Мы двигаемся, двигаемся. Жара сильная, обещают сегодня чуть ли жару не до 32 градусов. Вот я готова. Ну что, идем, 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 идем. А вечером будет гроза играть. Пап, которая упала. Вот впереди у нас утес Гудо. И у него вид такой получается, как все рассказывают, как будто... Нос корабля, ну и вот так вот со стороны это, в принципе, так вот и выглядит, если на него прямо идти. И вот первые наши пещеры, которые мы, может быть, подойдем посмотреть. Достаточно такое живописное место. Ну, наши путешествия идут, идут, и нам нравится так спокойненько, не спеша, загребаешь веслами. Воду в лодку или из лодки, как у кого получается, и наслаждаешься природой. Но вот этот утес, и выглядит такое ощущение, как будто смайлик нарисовано. Здесь уже новые с каждого года отметки. Вон пещера. Вон пещерка, кстати. Подгреби веслом, чтобы можно было посмотреть. Вот. Небольшая пещера. Мы, конечно, заплывать не будем для просмотра ее. Но скорость сегодня нам позволяет более-менее так спокойно проходить. Кстати, вон, замечаете, ель наша. Так вот красиво, или сосна. Вот старается выжить и пытается. Красивое место. Там вот сейчас прошли бревно. И вот мы идем по течению. Здесь замечательно все прекрасно выглядит. Наверху большой муравейник. И мы очередной проходим остров рядом на Гауе. Единственный у нас этот баркас немножко мешает. И посередине там сейчас будет у нас неприятность. И я сейчас сажусь на весла, чтобы спасти ситуацию. Ну что, я гребу. А вот впереди мы сейчас наблюдаем утес Лаунага. Высота порядка 20 метров. Он такой достаточно выглядит живописно. Открывается так вот с полянки, вот со стороны Гау, и вот с низовий. И вот такой резкий подъем наверх. Очень прекрасно рассматривается со всех сторон. Наша вторая часть бригады, к сожалению, где-то остановилась. И вот мы пока идем в свободном плавании.
так вот по реке Гауя наш маршрут протекает от Лигодны до Мурьяни. Нам это очень всем нравится и очень замечательно. Да, и ребенок хочет сильно ночевать в палатке. Ему просто не терпится. Он этого ждал. Так, вот впереди пещерка. Не знаю, может, подплывем, посмотрим. Так что, красота. Ну вот, приближаемся к очередному утес Элпо. Здесь у нас такой легкий ветерок, и мы летим вот прямо на те камни. Дядя там тоже стоит, на мели. Замечательный утес Элпо, расположенный на побережье Гауи с левой стороны по течению. Высота у него маленькая, порядка 10-12 метров, но выглядит прекрасно. Кстати, такое ощущение, что сегодня вода все-таки низкая. Ребенок занимается у нас своим рисованием и уже начинает скучать. А чтобы он не скучал, надо его попинать. Вот сейчас мы ему сделаем, выйдем на берег, он пройдет пешочком. Так что двигаемся и подождем наших отставшуюся компанию, которая притормаживает. Да, и там вот ласточки, вот ребенок заметил, живут. Да, он уже не летает там, да? Ну вот, мы подходим к пещерке. У меня стабилизатор глючит. Что-то его колбасит. А вот замечательная пещера. Интересно с видом. Ой, тут упасть можно. Ага. Так. Красивая, прекрасная пещера. Обалденно красивая пещера. Да, вот если бы только не мой... К сожалению, плохо работающий стабилизатор, что-то с ним случилось. Я попробую чуть позже его рестартануть. Но здесь очень красивое место. Ой, очень. Обалденно. И вот мы видим замечательно красивое устье реки. Оно сейчас полностью все обмельчало. Нету ничего. Но красота тут неописуемая. Просто прекрасно. Так вот как-то наугад причалили к берегу и увидели вот такую вот замечательную красоту. Просто обалденно. Я вот люблю по таким местам. Красиво очень. Да, красота. Как будто ты не находишься в Латвии. У нас много красивых мест, но люди забывают про них. Красота. Единственное, вот сейчас мешает мошкара, вот просто уже тепло, часов 11, и мошкара начинает одолевать сильно. Такое ощущение руинов. Классно. И как будто это не все Латвия.
Ну вот наш палаточный городок. Мангальчик. Кушать, спимть. Вот остановочка на Гауе. Очень тут весело все. Некоторые фанаты странных нетрадиционных певцов. Ну что, до следующего дня. Ну, вот наша ночевка подошла к концу. И мы собираемся доехать оставшиеся километры до Гауе. До Сигулды. Ой, что-то у меня опять глючит. Рестоткануть надо камеру. Ну ничего. Ну что, мы сейчас отправляемся. Хорошо переспали. Под утро был дождик. Ну что, мы двигаемся. Уже солнце. Ну вот мы подходим уже к Торайде, нашей к финальной точке путешествия. Впереди вот как раз мы видим Торайдский замок. И вот находимся по этому течению и маршруту. Так вот, ну что, мы пытаемся исправиться и дойти. Двигаемся, гребемся. Ой. Коряк много, но вода низкая, мутная, рыба не клюет. Рыба клюет. Да. Ну и что, двигаемся. Да. Нам что-то там кидает. Ну что, вперед, к концу нашего маршрута. Ну вот, мы уже прошли Торайду, и нам осталось дойти до самой Сигулды, тут буквально 5-10 минут, и наш маршрут будет завершен. А? Да ладно! Ух ты, классно! Сейчас самый, значит, прикольный вид, меня тут подправляют специалист по спускам, и по спуску, поэтому вот... Едем. Сейчас скоро будет еще продолжение нашего экстремального отдыха. Ну что, вперед? Вперед! Ну вот и почти финальная точка. Мы едем в Торайду, гораздо в лучшем расширении. Ну что, добрались? Красивый вид, прекрасное место. И уже все, почти финиш. Минут еще 15-30 и все. Мы приедем. Такая замечательная у нас водичка, прекрасная. О, рыбок сколько там, малька плавает. И течение, и замечательное течение. Ну что? Надеюсь, я постараюсь, как обычно, долго отработать это видео. Ну что? Осталось совсем чуть-чуть. Ну вот мы и все, причалили, загрузились и собираемся идти домой. Как ваше впечатление-ка? Отлично. Только не на своей лодке. Ну ясно, да, в следующий раз будем думать уже. Ну а так мы довольны. Ну как, Элин, довольна поездкой? Устала? Жарко? Ну что, помахай ручкой. Всем много, ставьте лайки. Да, хорошо. Ну давай. До следующих видео.